Эти существа живут в океане на северо-западе США. Это невероятно, но продолжительность жизни гуйдака может достигать 150-летнего возраста. Такое название пошло от одного из индейских наречий, которым обозначало необычных моллюсков, умеющих глубоко копать. При встрече с хищником гуйдаки быстро зарываются в песок и делают это просто молниеносно. Раковина у них довольно небольшая, но из нее высовывается внушительный хобот. Это так называемый сифон, универсальный и очень удобный орган, который обеспечивает моллюску и дыхание, и передвижение, и питание. Длина сифона примерно метр с небольшим. Через половину сифона в раковину засасывается морская вода, а через вторую уже отфильтрованная вода выливается обратно. Когда сифон моллюска находится на поверхности, он может привлечь голодных морских звезд. Однако гуйдак умеет быстро втягивать его, избегая хищников. По кольцам на раковинах гуйдаков ученые изучают перемены климата. Они живут примерно вдвое больше людей, так что они однозначно входят в число долгожителей нашей планеты. Скорее всего, эти брюхоногие моллюски столь живучие из-за своего замедленного обмена веществ, а также по причине того, что живут в регионе, где у них нет естественных врагов. В отличие от других моллюсков, которым постоянно приходится быть в движении, чтобы избежать встречи с хищником, гуйдаки сидят неподвижно на одном и том же месте всю жизнь. Зато они способны на этом же месте уходить в толщу песка на целый метр. Блюдо из моллюска-долгожителя считается деликатесом, особенно уважаемым в Японии и Китае. Тут его пускают на сашими или обжаривают в масле с луком. Спасибо всем за просмотр ролика до конца. Надеюсь, вам понравилось видео.